Валентина Трифонова пропала 17 июня в 8 часов утра. Именно с этого дня ее не видели родственники. Никаких вестей от нее не поступало. Ушла из дома, ну, пошла с нами. Она в парикмахерскую, мы дальше уехали. И все, и после этого она не появлялась. На телефонные звонки уже после этого не отвечала, телефон выключен. Сын обратился в полицию. Там сообщили, что 19 числа женщина сама приходила в полицию, оставив заявление о пропаже кредитной карты. В заявлении указала другой домашний адрес, но и там женщину не нашли. По некоторым данным, ее видели на улице Заслонова в компании с мужчиной. Но пока поиски не принесли результатов. Несмотря на обращение о помощи в сети, помогает очень немногие, признается Игорь. Сегодня он вместе с друзьями и небольшой группой волонтеров расклеивает объявление о пропаже. Сам подключаю, сам ищу, кто может. Не ВКонтакте всем пишу, знакомым, друзьям там, близким. Все районы вот в 4-м были, где ее тоже видели. И в 4-м вот здесь поджалили. Все районы уже обыскали. О причинах исчезновения остается только гадать. Раньше подобных случаев не было, говорит Игорь. Не исключено, что причиной ухода мог стать некий семейный конфликт. Исчезла женщина именно в тот день, когда ее сын со своей невесткой собирались подавать заявление в ЗАГС. Пропавшая была одета в черную юбку, белый топ, белую накидку, обута в черные туфли. Прошу вас, если есть такое предложение, можно даже собраться где-нибудь. Также можно найти ВКонтакте Игорёк Трифонов, страница есть ВКонтакте. Мне пишите или на номер 927-474-54-41. Либо на мой домашний 45-06-82.